Чем сильнее круг, тем больше людей услышит. Молодец, сделайте, пожалуйста, два шага назад. Если не составить, что вы можете сделать, ребят? Как вы можете наказать? Как вы можете наказать? Как вы можете наказать? А кто ты, с одной стороны? А вокруг елки, давайте сделаем. Давайте круг сделаем. Я тогда не понимаю, что министр образования. Есть министр образования. Человека, который покрывал все это. А кто может? А вы знаете, что студентам РГСУ угрожают и не дают давать показания? За что парень ты сказал? Студентам РГСУ сегодня запретили. Почему вот за этим вот шарфы? По очереди. Студентам РГСУ запретили сегодня прийти и почтить память своего погибшего товарища. Ректор, деканат. Сказали, что если вы будете обнаружены, то вы будете тут же очистить. Почему ребята не могут этого сделать? Это просто бесчеловечно, на мой взгляд. Это не просто это. Почему человек не может? Я не учусь, если я сказал, я учился, я бы тоже, наверное, не сказал. Сань, ну что, давайте организуемся так. Так, ну давайте, кто? Наша возможность оставаться русскими, это прежде всего учиться, быть вместе и грамотная политика со стороны властей, со стороны государства, которая в принципе будет держать все это. Дело в том, что эти люди и мы должны жить отдельно. Конкретно дело в том, что есть кавказский мир, исламский мир, который никогда ни один европеец не поймет, потому что там совершенно другие законы. Мои предложения. Должна быть грамотная политика, которая будет решать эти проблемы. Вторая. Послушай, постоянно процент нерусских в милиции растет. Милиция существует. Целевой набор из Республик Северного Кавказа в наши вузы прекратить. Да. Вот это. Оксанский рынок, азербайджанский, там проституция, наркоманы. Да что ты на Хичевань возьми пример, вот, блядь, 200 метров отсюда, блядь. Парни, предложение, конкретно,
уважение. Ну, Аксай тоже недавно убили пацана, пацана вернулся. Прекратить набор. Отставка ректора. Отставка ректора. Дайте ему суки, наркотики, напиться, посмотрите. Еще на Пушкинской. Прекратите. Наши, наши. Ребят, наши. Четыре. Минута. Четыре. Вот у нас недавно, еще вопрос можно, ребят? Как проверить, как ты подвал на этой рынке, закрыть? Давайте сделаем это. Обыск на чужих провести. Обыск, ребята, может быть, над сменом запретить травматиков здесь вообще? Однозначно. Или хотя бы жестко, на верны, травматику ты не запретишь, а вот эти жесткое правление. Да, это не проблема. Недавно возник вопрос по поводу того, что наши русские студенты, это даже в Москве почитали. Наши русские девушки боятся ходить в институт, потому что они там кучку. Давайте вдруг встать, давайте сейчас. Опять требования уже сформулировали. Пошли, пошли, пошли. Брат, Махачкалы. Собака, как они реально, у нас есть таможенный пункт, который я лично садился. Во-первых, прекратить целевой набор студентов из Республик Северного Кавказа. Это, ну, давайте пойдем, да, это ты для меня. Мы пойдем запишем. Сейчас мы сейчас все запишем, да, под бумагу. Ребята подождут, я надеюсь. Все